Команда вооруженных сил Беларуси примет участие во вторых армейских международных играх. Стартуют они на территории России и Казахстана больше чем через 2 месяца, но уже сейчас десантники 38-й мобильной бригады готовятся к элитным состязаниям. Программа игр рассчитана на 2 недели. Военная топография, многокилометровые марш-броски, огневые рубежи и вождение бронетранспортеров. Все дисциплины требуют высокой физической подготовки, выносливости, ну и, конечно, знания теории. Я считаю, что они готовы, потому что у них есть азарт, огонь, интерес. Они сами стремятся участвовать, желают себя проявить только с лучшей стороны и доказать, что белорусский десантник, он ничем не хуже ни российского, ни китайского, ни иного другого. А наоборот, даже во многом превосходит других военнослужащих. В прошлом году команда вооруженных сил Беларуси на армейских играх заняла 3-е место, уступив только россиянам и китайцам. Поэтому сейчас все силы и время десантники отдают тренировкам, чтобы подтвердить планку, а может и улучшить результат.